Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Eu sunt Octav Tarlapan și în ediția specială de astăzi îl avem ca invitat pe consilierul președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleac. Господин Подоляк, рад приветствовать вас снова в нашу передачу. Здравствуйте. Хотелось бы выразить соболезнования сначала семьями погибших в результате падения вертолета в городе Бровары и сочувствие всему украинскому народу, переживающему такие тяжелые и жестокие времена. В такие моменты помощь западных партнеров становится еще более необходимой и важной. Что вы ожидаете от очередной встречи в Рамштайне, где друзья Украины должны решить, какие виды вооружения, боеприпасов и в каком количестве будут переданы Украине в ближайшее время? Мы сегодня... Спасибо, во-первых, за соболезнования. У нас каждый день гибнут гражданские, конечно, не только в Броварах, но и в других частях нашей страны. И каждый день мы теряем 5-10 человек, я имею в виду гражданского населения. Поэтому это процесс уже длится 11 месяцев. Россия пришла сюда убивать именно, прежде всего, гражданское население, граждан Украины как таковых. Что касается Рамштайна, безусловно, в Рамштайне мы ждем фиксацию новых реалий. В этих реалиях многие страны приняли для себя принципиальное решение максимально насытить нас необходимым оружием, номенклатурой оружия. В Рамштайне мы ждем фиксацию европейской танковой, условно европейской танковой коалиции. Многие страны, в данном случае мы говорим о 13 странах, которые уже готовы либо передавать, или уже передают, или готовы передавать тяжелые танки, потому что это один из ключевых инструментов для данного этапа войны. Многие страны, включая Северную Европу, прежде всего это Дания, Швеция, Эстония, Литва, Латвия, передают практически все, что у них есть с точки зрения артиллерии, ствольной артиллерии, снарядов, БМП, БТР и так далее. Мы хотим еще в Рамштайне зафиксировать лидерство Германии. Мы надеемся зафиксировать лидерство Германии, которое является правообладателем на лицензию танков «Леопард-2», потому что есть Британия, которая передает нам танки «Челленджер». Но необходимо, конечно же, не 10, там 12, 14, 15 танков, вы понимаете, да, для того, чтобы эффективно использовать современные танки. И мы должны сформировать несколько штурмовых бригад, танковых бригад, а это порядка 350-400 танков, это немножко другие цифры. И, конечно, мы ждем, что вот этот этап, мы его закончим фиксацией необходимости передачи Украины танков, потому что, например, месяц назад была фиксация необходимости завершить вопрос по закрытию неба, то есть мы сегодня формируем систему противоракетной и противовоздушной обороны достаточно эффективно, в том числе включая ЗРК «Патриоты». Сейчас следующий этап — это танки, новые высокотехнологичные танки, которые позволят сформировать некий приоритет, учитывая, что Россия на момент войны имела наибольшее количество танков в мире, это порядка 12 500 танков было у России. Вот за счет какого-то высокотехнологичного оборудования мы сможем вот это тоже уравновесить. И, наконец, останется последний ключевой элемент переговоров, которые мы ведем с нашими партнерами, это ракеты повышенной дальности, потому что нам необходимо уничтожать российские тыловые обеспечения, российские склады по всей территории, по всей оккупированной территории, а эти склады находятся на расстоянии, которое пока мы, к сожалению, своей реактивной артиллерии не достаем. Общеизвестно, что российские агрессоры не признают свою преступную ошибку, развязав войну в Украине, и добровольно не освободят все оккупированные ими украинские земли. Осознают ли страны Запада, что для того, чтобы остановить Россию, ей нужно нанести сокрушительное поражение? Для этого нужно предоставлять Украине достаточное количество современного и эффективного вооружения. Вы абсолютно правы. Ну, только единственное уточнение – это не ошибка, это трагедия. То есть Россия пришла с войной на чужую территорию. Я хочу, чтобы все это не забывали. Нет никакого конфликта между Украиной и Россией. Есть обычная оккупационная война. Россия пришла убивать граждан другой страны на ее территории. Это очень важно. Что касается европейских стран, безусловно, мы видим кардинальное изменение и мировоззрения в целом, и риторики как таковой. Даже господин Шольц буквально в Давосе на днях сказал четко, что этот конфликт можно закончить только в одном случае, если Россия обязательно проиграет. А для того, чтобы Россия проиграла, соответственно, Украина должна получить всю необходимую технику. Да, я абсолютно четко могу зафиксировать следующие позиции. Первое.
есть понимание, что война не закончится посередине. Это очень важно. То есть вот эти все, скажем так, разговоры в начале, в середине войны о том, что, наверное, надо садиться за стол переговоров и как-то фиксировать статус-кво, сегодня уже закончились. То есть все понимают, что Россия в таком состоянии существовать дальше не может, потому что она продолжит экспансионизм в том или ином виде и на территории Украины, и на территории других стран. Поэтому, и это второе, Россия должна проиграть. Эта концепция очень важна. То есть все понимают, что есть достаточно ресурсов у стран Запада, которые могут коалиционно помочь Украине выиграть эту войну. Я тут, кстати, проведу вам такую аналогию. Вы помните Вторую мировую войну, была так называемая антигитлерская коалиция. Это очень важный параметр, потому что не Советский Союз в целом выиграл войну, а как раз-таки при помощи и финансовой, и военной, и ресурсной помощи стран Запада, на 90% снабжавших советскую армию, была выиграна Вторая мировая война. Точно так же сейчас, по аналогии с тем временем, создана антипутинская коалиция, куда входят те же практически страны, что и во Второй мировой, и они насыщают Украину техникой, насыщают деньгами для того, чтобы можно было все-таки эту войну выиграть. Это второй аспект, очень важный аспект. Ну и, наконец, последнее, немаловажное, ну не последнее по значимости, а последнее просто по перечислению. В Украине консенсус, очень четкий, зафиксированный общественный и государственный консенсус о том, что закончить эту войну так же, как в 2014 году, например, какой-то линией разделения новой, какими-то соглашениями типа Минского формата, невозможно. Россия должна проиграть. Это единственный способ сохранить украинскую государственность. У нас это все прекрасно понимают. Несмотря на ту цену, которую мы сегодня платим, то есть количество погибших, в том числе среди гражданского населения, тем не менее, общество консолидировано в понимании, как эта война должна закончиться. Вот некоторые эксперты предостерегают, что Россия может попытаться перекрыть пути поставки западного вооружения в Украину, для чего постарается захватить территорию около западной границы Украины. При этом есть опасность вовлечения Беларуси в войну против Украины, а также захвата России Приднестровья или даже всей Республики Молдова. Что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, безусловно, Россия может хотеть все, что угодно, потому что Россия 11 месяцев ведет войну против нас. И не забываем, что Россия сегодня, изменив управление оккупационной группировкой, назначив господина Герасимова, который является адептом так называемой гибридной войны, будет очень много использовать информационных технологий для того, чтобы дополнительно формировать панические настроения и в странах Европы, и в странах бывшего Советского Союза, и в том числе в Украине. Поэтому, смотрите, давайте я здесь расставлю акценты, и будет все понятно. Первое. Мы активно отслеживаем все события, происходящие на линии фронта, и в том числе в Беларуси. Беларусь активно участвует в этой войне, несомненно, предоставляя свою инфраструктуру для нанесения воздушных ударов по территории Украины, предоставляя возможность размещать комплексы С-300, С-400 и Искандеры для ударов по украинской территории. Безусловно, Беларусь предоставляет полигоны для тренировки мобилизованных российских военнослужащих. Тем не менее, для формирования ударной группировки мы сейчас не видим возможности сформировать именно в Беларуси ударную группировку численностью 70-100 тысяч, насытить ее бронетехникой, артиллерией и так далее, для того, чтобы провести эффективное наступление с северного направления. Это первое. Второе. Безусловно, Россия хотела бы через акваторию Черного моря добраться и отсечь нас от Черного моря, захватив там Одессу, Николаев дополнительно, и, конечно же, пробив коридор в Приднестровье. Но опять же, для России это невозможный сценарий, потому что Украина будет эффективно оборонять и эти рубежи. И, конечно же, Россия бы, наверное, хотела расчленить Украину по разным направлениям, но я сомневаюсь, что у нее для этого сегодня есть такие же ресурсы. Ну и, наконец, последнее. Разведки, в том числе наших стран, наших партнеров, эффективны в плане оценивая тех или иных ресурсных возможностей Российской Федерации. И мы в этой войне исходим из необходимого нам контроружия для того, чтобы эти сценарии не стали реальностью. Поэтому еще раз, Украина будет работать с точки зрения освобождения своих территорий, работать с точки зрения диалога с нашими партнерами по получению необходимых нам инструментов для эффективного ведения контрвойны. И я сомневаюсь, что Россия перехватит инициативу. А скажите, на фоне событий, связанных с падением осколков российских ракет на территории Республики Молдова, можно ли считать, что Российская Федерация пытается втянуть Молдову в войну? У Российской Федерации не получится втянуть Молдову в войну, безусловно, потому что Молдова является членом, по крайней мере,
фактическим членом европейского сообщества, и вряд ли европейское сообщество заинтересовано в масштабировании, в расширении масштабов этой войны. И, кстати, между прочим, я хочу отметить, что именно с пониманием природы войны и связано изменение отношения к поставкам оружия Украине, потому что Европа наконец-то осознала то, что мы говорим уже в течение 11 месяцев. Только лишь поставки оружия в Украине позволят локализовать конфликт, не дадут ему разрастись. Раньше Европа считала, что поставки тех же танков, они обязательно масштабируют войну, и она выйдет за пределы территории Украины. Сейчас есть наоборот понимание, что только эффективное противодействие поставками оружия в Украину позволит локализовать войну на оккупированных территориях. То есть, грубо говоря, там все и закончится. Мы там уничтожим российскую армию, армию вторжения, и, соответственно, выйдем на границы 91 года. И, конечно же, Россия имела сценарные планы по расширению и масштабированию войны, переносу ее на другие территории. Но еще раз подчеркну, сегодня инициатива в полном объеме принадлежит Украине, и мы, конечно же, не позволим России использовать те или иные маршруты для, там, скажем так, увеличения линии фронта в целом. И поэтому, конечно, Молдова может рассчитывать на Украину с точки зрения не втягивания, не попадания ее вот в этот конфликт как таковой. Но, тем не менее, когда вы говорите об осколках ракет, нужно не забывать, это очень важный параметр, что Россия представляет угрозу многим странам. Ракеты падали в связи с атаками ракетными территории Украины, они попадали и в другие страны. Это очень важно, потому что только война, которую затеяла Россия, провоцирует то, что в других странах могут оказаться осколки ракет. Еще раз подчеркиваю, Россия атакует всю территорию Украины. 70, 80, 100 ракет. Вот сейчас на территории Украины опять звучит сирена. Прямо когда мы с вами разговариваем. Это говорит о том, что опять может быть ракетная атака, которая чревата разными последствиями. То есть Европе нужно всегда помнить, что Россия атакует ракетами всю территорию страны Украины. Да, и в любой момент осколки ракеты могут оказаться в других странах как неизбежное последствие этих атак. А в случае возвращения пророссийского руководства, какая судьба может ожидать Республику Молдову? Хороший вопрос. Вы знаете, мне, честно говоря, очень странно слышать, что сейчас в мире есть еще общества, которые не понимают вредоносность России и пророссийских позиций. Это чрезвычайно странно, потому что очевидно, что Россия — это постоянные войны, провокации, преступления политические и так далее. Россия не перспективная страна, и занимать пророссийскую позицию, потому что она может предложить на короткое время, подчеркиваю, это очень важный аспект, на короткое время более дешевый энергоресурс, это значит практически стать на табуретку для того, чтобы близко была веревка, на которой нужно повеситься. Я имею в виду с точки зрения и политической стратегии, и экономической стратегии. Это крайне неправильно и недальновидно. На мой взгляд, все пророссийские настроения должны постепенно снижаться, несмотря на те деньги, которые Россия тратит на финансирование пророссийских партий, пророссийских лоббистских групп. Это очень важно. Историческая перспектива России ничтожна. Россия в таком виде существовать не будет. А ориентированы на нее политические партии в других странах всегда будут партиями-аутсайдерами и всегда будут вызывать раздражение. Особенно сейчас. Смотрите, Россия ведет геноцидного типа войну против Украины. Вы ведь соседи, вы ведь видите это в прямом эфире. Вы видите, что делает Россия с гражданским населением Украины. Вы видите, что такое современное Россия. Как можно реально считать себя пророссийским, как можно реально выбирать сторону России. То есть ты заведомо выбираешь сторону убийцы. То есть нужно спокойно к этому относиться. Ну, то есть нужно точно называть вещи своими именами. И на мой взгляд, пророссийские партии — это партии прошлого, которые будут умирать по всему миру. Я вам приведу другие примеры. Смотрите, буквально на днях президент Сербии, страны, которая долгое время была ориентирована на Российскую Федерацию, господин Вучич четко сказал, что мы категорически не признаем Крым, Донецк и Луганск территориями Российской Федерации. Мы категорически негативно относимся к войне, которую развязала Российская Федерация на территории Украины. Поэтому это говорит об кардинальном изменении общественных настроений даже в традиционно пророссийских политических элитах. И сегодня выбирать сторону России — это значит ставить крест на своей стратегии развития. То есть Молдова категорически должна четко расставить акценты.
либо Европа с европейскими рынками, с европейским уровнем жизни, с гарантиями безопасности, либо Россия, которая в любой момент может прийти танками и убить ваших детей. Это прямой выбор. Здесь нету уже больше никакой политики. Здесь есть конкретная война. И сейчас в Украине все, кто занимал пророссийскую позицию, могут увидеть, что такое русский мир. Что такое русский мир, который приходит, убивает, насилует, разрушает. У нас Восточная Украина, подчеркиваю, о которой долгое время Россия говорила, что там выражены пророссийские настроения, что там люди используют русский язык как доминантный. У нас именно Восточная и Южная Украина тотально разрушены российскими бомбардировками. 1500 городов снесены с лица земли. Безусловно, этого достаточно, чтобы окончательно похоронить желание заниматься пророссийской политикой. Господин Подоляк, отойдем на минутку от нашей темы. Недавно перед посольством Грузии в больше чем в 30 странах мира, в том числе в Кишиневе, состоялись пикеты с требованием освобождения третьего президента Грузии Михаила Саакашвили или хотя бы отправки его на лечение в хорошую западную клинику. Однако грузинские власти никак на это не отреагировали. Создается впечатление, что они выполняют задание Путина измучить или даже ликвидировать этого принципиального борца с русским империализмом. Не является ли такое упорное желание грузинских властей причинить зло Михаилу Саакашвили недружественным жестом по отношению к Украине, чьим гражданином и патриотом он является? Я шире скажу, да. Безусловно, Грузия имеет право сама определять свою внутреннюю и внешнюю политику, зафиксируем, как и любая другая страна. Но, тем не менее, следующие признаки очень странного поведения налицо. Во-первых, на днях буквально субъект Лавров, это министр иностранных дел России, очень похвалил Грузию в плане того, что она заняла правильную позицию по неподдержанию санкций антироссийских и по поддержке... Будьте здоровы. Прошу прощения. И вообще по занятию правительством Грузии, подчеркиваю, правительством Грузии, пророссийской позиции. Это очень четко говорит о том, что, к сожалению, правительство Грузии заняло очень странное направление своего собственного движения, несмотря на то, что в 2008 году Россия захватила часть территории и убивала грузин. То есть это, на мой взгляд, это крайне странное явление и крайне странное проявление. Дальше. После этого последовало заявление представителя правящей партии Грузии Кабахидзе о том, что мы рассматриваем возможность возобновления прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Это говорит о том, что действительно на сегодняшний день правительство Грузии тотально ориентировано на Россию как таковую и тотально заинтересовано в максимальном поддержке российского шовинистического режима. И, безусловно, третья составляющая в этом плане, конечно же, они не заинтересованы передать господина Саакашвили на лечение, в том числе или прежде всего в Украину. Мы это прекрасно понимаем. Единственное, что мы в этом случае можем сказать, мы обращаемся к народу Грузии периодически и говорим, смотрите, вы не можете позволить своему правительству, которое живет очень короткими стратегиями и которое практически тотально убивает репутацию Грузии как страны демократической, свободной, вы не можете позволить зафиксировать в истории убийство собственного президента в тюрьме грузинской. Это будет выглядеть для истории Грузии, для истории грузинского, великого грузинского народа чрезвычайно плачевно и печально. Поэтому мы обращаемся к обществу грузинскому. Давите на свое правительство с одной целью. Пусть они передадут господина Саакашвили в третью страну. Это будет гуманистический шаг, несмотря на близость к современному реакционному правительству России, нынешнего правительства Грузии. Тем не менее, гуманистические шаги нужно совершать. Потому что нужно думать о собственной репутации в глазах детей, внуков и так далее. И последний вопрос. Несколько дней назад в украинском медийном пространстве разразился скандал вокруг советника Алексея Арестовича из-за его неосторожного и ошибочного высказывания по поводу попадания российской ракеты в жилой дом в городе Днепр, которое повлекло за собой огромное количество жертв и разрушений. Арестович признал свою ошибку, извинился и покинул даже пост советника. Как вы считаете, правильно ли подвергать такой жестокой общественной критике человека, имеющий авторитет и безусловные заслуги перед украинским народом? И не играет ли это на руку российской пропаганде? Вы знаете, у нас тяжелое эмоциональное состояние, и нужно очень бережно относиться к чувствам людей, которые теряют, каждый день теряют своих близких. И нельзя играть с чувствами людей. И действительно, Алексей, совершив
фундаментальную ошибку, то есть практически вот ударив по чувствам людей, после этого сделал правильное, принял единственное правильное решение – подать в отставку. Это говорит о том, что мы свободная страна, у нас демократические принципы в основе, мы умеем отвечать за свои ошибки, мы берем на себя ответственность. То есть это говорит о том, что мы понимаем ту боль, которую даже неосторожное слово может принести большому количеству людей. Это очень важно, научиться себя так вести, это и есть цивилизованный подход. С точки зрения, вредит ли это нам, безусловно, в какой-то степени это вредит, потому что уменьшает количество качественных спикеров, которые могут комментировать войну как таковую. Но тем не менее, на мой взгляд, гораздо важнее для психического здоровья, для эмоционального состояния, статуса страны, умение признавать свои ошибки и вовремя их исправлять. И отставка господина Арестовича – это способ исправить ошибку, чтобы между государственным обществом было большое доверие, и оно сохраняло. Тем более, еще раз подчеркиваю, на данном этапе войны, это 11 месяцев, это тяжелое состояние, тяжелое эмоциональное состояние, потому что понятно, что это не конец еще войны, и нам придется потратить много ресурсов, погибнут еще люди в этой войне, и мы должны очень бережно относиться именно к вот этому хрупкому равновесию доверия между государством и обществом. Если ошибка совершена, ее нужно исправлять даже такой ценой. Теперь, что касается российской пропаганды. Безусловно, российская пропаганда в рамках гибридной войны, о которой я говорил, субъекта Герасимова, постоянно заинтересована в дискредитации наших основных публичных лиц, в дискредитации их риторики и совершенно заинтересована в том, чтобы уменьшить количество качественного комментария войны в прямом эфире со стороны Украины. Конечно же, они будут дискредитировать всех украинских спикеров, тех, которые занимают сегодня доминантную позицию по отношению к российской пропаганде. Поэтому к этому нужно с пониманием относиться, понимать, что будет делать Россия. Но тем не менее, свои слова тоже нужно контролировать и нужно правильно выходить из кризисных ситуаций. Что и продемонстрировал господин Арестович. Господин Подоляк, я благодарю вас за участие в нашей передаче. Желаем много-много сил, здоровья вам и всему украинскому народу. Спасибо большое. Doamnelor, domnilor, eu vă amintesc, lângă noi a fost consilierul președintelui Ucrainei, Mihailo Podoleac.